копнул сюда, поставьте все. Сейчас, во-первых, штраф выпишу, председатель, дороги. С той стороны. Прибыли передать.
Слушай, что ты видел? Давай расскажи. Как двинулся и услышал, как что-то бабах, бабах, бабах. Кто-то... Стреляло? Да. А что это стреляло? Шифер? Миша? Да. Миша, это шифер стрелял? А потом что, пожарные приехали? Да. Много? Да. А сколько машин? Ты можешь посчитать? Еще. Пять машин? Чего пожарные к тебе приехали? Или это не к тебе приехали? Нет. А к кому? К соседу? К соседям. К соседям? А что случилось? Пожар начал взрываться дом? Да. А как он взрывался? Ну, крыши взрывались. Вот. А дым был? Дым был. Много? Да. И вот, огонь на был? На крышу. Вот. И огонь был? Да. Они потушили уже, да? Да, они потушили. Там вон дырка уже, да? Да. А пожарные быстро приехали? Нет, медленно. Медленно? Ну да, вот медленно. Ну как медленно? Ты долго ждал их? Нет, вот просто мы позвонили, ну и долго они ехали. А теперь... ты сам звонил пожарным? Нет. А кто? Мама? Нет, папа. Папа звонил? Все понятно. Ты что, ты с пожарными сейчас поедешь? Нет. Я же пожарный. Да как ты поедешь, Миша? Садись есть с пожарными, да пусть они в команду все возьмут. Так, Миша, ты что, ты там поедешь с пожарными? А с чего? Я не хочу. А что, ты держишь машину или что, чтобы не уехала? О, а? Ты что ли снимаешь? Снимаю. Видео. А, ты приклеился к ней? Или ты залкал ее? А что вы Данника кинули? Надо было уже с собой брать. Данника это бабушка не разрешает. Главный пожарник пришел? Мама не разрешает. Нет. А что? Это что, он пожарник? Едет с ним. Хорошие, но большие. Мне кажется, уже снимай, нельзя есть. Снимай, на канал, если выложишь. Ну. О, какие. Нет, такие, мне кажется, по-моему, нельзя есть. Они здоровые. Большие будут слишком. Хотя, если 10 раз сварить. Не надо. Что надо? Жарить с луком, сказали. У нас это газ, я могу взорвать что-то. Во, газ. А дом взорвался. У них же нагрузка на поднагрузке, может, там нагрузка, наверное, до полутонны. У них там 10 человек может залезть на нее. Стой, смотри. Миша, иди здесь. Нет, ну здесь поставь.